Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я решила приготовить второй способ фаршированного перца. Мои дорогие, посмотрев вот на этот перец, вы скажете, что это она показывает? Сухой, завялый. Но нет, мои дорогие, это по-сербски называется сува паприка. И это считается почти деликатесом. Так что, если вы случайно забредете в Сербию, будете туристом, обязательно попробуйте. Называется сува паприка. Это большое искусство, чтобы сделать такой перец. Посмотрите, это ж надо его высушить, чтобы он не заплесневел. Вот. И сегодня я буду его наполнять, но буду наполнять постным фаршем. Сделаю постный, значит, постный перец. Ну, чтобы сделать вот такой вот перец нормальным, чтобы его заполнить, видите, он как кожица. Его надо замочить где-то на 1 час. Что я в горячей воде, что я сейчас и сделаю. Пока перец будет отмачиваться в горячей воде, я приготовлю фарш. А для этого мне понадобятся овощи такие, как лук, лук-порей, морковка, грибочки-шампиньоны, рис где-то 100 грамм и приправа. И замену за мясо мне сегодня послужит вот такая крошка. Это соена крошка. Но чтобы ее приготовить, это тоже надо замочить в воде где-то на 15-20 минут. И пока она будет отмачиваться, я буду потихонечку резать овощи и их тушить. Овощи порезала. Сейчас отварю рис. Его также надо отварить до полуготовности. И буду приступать к жарке овощей. Все, увидимся. Так как перец постный, я буду жарить на подсолнечном масле. На глаз. Овощи протушились, соя размягчилась, перец тоже, видите, какой мягкий стал, эластичный. Рис сварился тоже. Сейчас все перемешаю, сою, овощи и рис, и буду заполнять перец. Обязательно заправлю фарш специями. Перец черный, паприка, такая паприка, это острая паприка, и
вегету. Все перемешаю и буду фаршировать. И, конечно же, меня будет сопровождать мой петушок, золотой гребешок. Так, приступаю. Этот перец надо фаршировать очень осторожно, потому что он такой нежный и может порваться, если напихать много. Поэтому я буду медленно, но уверенно. Этот перец я не буду ничем покрывать. Перец наполнила. Сейчас приготовлю форму и буду складывать форму. Смажу форму маслом. И выложу в нее перец. Теперь залью соком помидорным. В помидорный сок я добавлю немножко орегано. Чуть-чуть. И все это залью. Отправлю в духовку на 30 минут. По истечении определенного времени фаршированный перец, сухой перец готов. Сейчас буду пробовать. Сейчас нарежу. Благослови, Господи. Еще горячий очень. Вот так выглядит. Нет слов. Очень вкусно. Этот рецепт, этот вариант будет очень хороший для дней поста. Спасибо, мои дорогие, что принимали со мной участие в приготовлении этого перца. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.